Ребята, всем привет! Мне понравилось снимать реакции на разные видео, и сравнительно недавно по телевизору я увидела рекламу Лапушка, рекламу МТС, очередного их тарифа. У них всегда были необычные рекламы, но они у меня не вызывали отторжения, отвращения или же какого-то восторга особого. Я к ним ровно относилась. И вот сравнительно недавно я увидела рекламу, которая мне очень не понравилась. А сегодня я хочу снять реакцию на эту рекламу и показать вам своей мимикой, своим лицом, насколько это все ужасно. Я не знаю, для кого они ее снимали, наверняка для молодежи, но мне хоть и 25 лет, однако у меня такое ощущение, что я себя к молодежи вообще далеко не отношу, потому что такие вещи мне не нравятся. Итак, давайте приступать к просмотру, несмотря на всех этих кошек на моем столе. YouTube. Бездонный колодец. Вот ты меня хотела больше всего. Тащи из него максимум котят. Ну, не совсем котят. Внезапно, да? Тащи максимум блогеров. Дорогие подписчики, равномерно наносите тушь под углом 30 градусов. Ну, или так себе блогеров. Тащи из YouTube максимум мемчиков. Какие мемчики из YouTube? Они из интернета и пабликов. Неважно, какой у тебя тариф. Бросаешь туда 4,5 рубля и тащишь контент, не парясь о трафике и ограничениях. Тащи максимум из Ютуба. Что это вообще такое? Что это за недоразумение? Господи! Я живу в одной стране с людьми, которые эту рекламу создали. Серьезно? Они действительно решили, что это клевая идея снять что-то подобное? Я просто не могу в это поверить. Как так вышло? Вот, если честно, у меня эта реклама просто, вызывает реально какое-то отвращение, омерзение. Я не понимаю, кто на это купится вообще, кто захочет этим тарифом воспользоваться. И, кстати, у меня МТС тоже. Что вообще происходит в этом мире? Каких котят из Ютуба тащи? Господи, какие мемы, о чем вы? Какой колодец? Ну да, Ютуб это, конечно, тот еще колодец. Но, блин, зачем так оскорблять? У каждого свои вкусы, каждый смотрит блогеров, тех, которые ему интересны. Если парням не интересна косметика, это не значит, что она вообще никому не интересна. Что за бред вообще, серьезно? Все, я высказала свое мнение, мне стало немножечко легче. Всем, ребята, спасибо за просмотр. И пока!